от костела Рождества Святой Девы Марии, спускаюсь вниз. По лестничке. Вот такого антуражного домика. С деревянной кровлей. Правда, выглядит он нежилым. Не знаю, стены, эти коричневые деревянные стены, они со щелями выглядят как просто веранда. А так интересный домик. Дальше тоже дома в подобном стиле видны. В Линске, судя по всему, стараются сохранять старые здания, их реставрируют, чтобы подчеркнуть определенный антураж своего города.